нахожусь на даче, а именно в новой построенной бане своего драгоценного кореша, грабаря Дмитрия Олеговича. А вот и сам грабарь, это его фамилия, это не то, что мы его так величаем там каким-то за его особые там заслуги, связанные с чем-то созвучным, ни в коем случае, просто фамилия такая. Ну, фамилию не выбирают, как говорится. Заходим внутрь. Это, кстати, главный кардиореаниматолог нашей области, Мурманской. Летает на вертолете, ставит прямо через шею кардиостимуляторы. Ну, немножко камера запотела, такие блики идут. Ну, не обессудьте, здесь очень тепло, хорошо. Диван раздвигается, ну, спать можно запросто, как дома. Как дома. А, вот это кресло тоже, кстати, тоже раздвигается. Вот печь-камин. Печь-камин. О, Дмитрий Олегович, что набрал-то, несет? Дровишек поставить. А, у тебя смотри, как сделано все. Ха, ну прикольно, конечно. Как это название есть какое? Дровница. Дровница, вот. А тут вот он, ну как, да и мы тоже, когда в гости приглашают, моемся. Моемся. Это не трещина, вы поняли, да, что пол, как обратная пирамида, только не кверху острие, а острие-то вот этот слив, только он туда идет. И вот это все... Ну, вода стекает именно вон туда. Вон туда. Так. Ну и сама парная. Парная, да. О, я еще этого не видел. Подсветочка внизу там сделана. Слушай, а там что, лампочки у тебя и какие там приблуды? Нет, там светодиодная лента. А, ну а чтобы от сырости и температуры. Да, светодиодная лента, точно. А нырну туда. И печка, смотрите, какая интересная. Значит, это бак с водой, с горячей. Ну, краны туда идут, чтобы мыться с той стороны набирать. А труба не один контур имеет, а несколько. И получается, что вот идет снизу вверх, показываю, печка. Вон там, помните, была дверка, в которую класть дровишки. Вот туда, как бы топочная, туда. Идет сюда, потом, значит, нагревает камни. Можно прямо на камни лить воду, как в обычной бане, а можно вот сюда. Вот такая вороночка. Ну, темновато здесь внутри. Потом вот это нагревается вода в бак горячий. Ну, которая похолоднее обратно, и так вот греется она, в общем, циркулирует. И вот еще что интересно. Вот это-то, да, что за штука? Смотрите, откуда идет. Внутри поуже труба, она нагревается и, получается, создает тягу вот в этом контуре. А этот контур продолжается вот сюда. А ну и вот. И снизу, вон там, забирает прям снизу воздух и вентилирует тем самым, как бы, помещение, пол снизу. А, вон ленты-то светодиодные. Видно, да? Вот они. Мы уже парились, понравилось. Очень. Ну, чтобы проветривать. Большие окна в бане-то кто делает? Вот они и не нужны. Но маленькие, да, для проветривания. О, шапка-то какая. Как у этого Чапаева и Буденного. И кто, у кого там такая была шапка? Ну, нормально, нормально. Мы только приехали, так. Вон Дмитрий Олегович. Что он там делает-то? Ты закладываешь дровницу, да. Топку, да? А, да. Ты пилетами решил. Ну, давай, ну, кстати. На подольше, потому что, чтобы пока топится, не подбрасывать. Да, конечно, очень много сил вложено в это. Ну и денег, чего скрывать. Так, затопил. Ага. Слушай, а там так хорошо загорелось, ты облил чем-то? Нет, это пакет целлофановый положил из-под пилетов. Ага. Ну тут труба прямая, без изгибов, поэтому это все улетает туда хорошо.
что там засорится, не переживайте, это где извитые трубы, там засоряется. Надо чистить постоянно. Вот теперь сейчас разбираться будет. Но много целлофана-то ты не кладешь туда, не, все равно. Не. Этого хватает, то что. Да, один раз положил. Есть там много и не надо. Ну скажи, все-таки твое заведение-то, как ты доволен? Нет предела совершенства, всегда, скажем так, есть и всегда хочется что-то доделать, что-то поменять, что-то добавить. Вот, ну, соответственно, есть над чем работать. От того, что банька запущена, то есть мы можем сюда прийти попариться, вот, в своей компании, ну, это непередаваемое просто ощущение, это очень здорово. Так что, у кого есть возможность, очень рекомендую, у кого возможности нет, милости просим в гости. Заводите таких друзей, как Дмитрий Олегович. Но он как бы со всеми подряд не дружит, избирательный мужик-то. Вредный, хочешь сказать, да? Но мы-то 20 лет знакомы с ним. Вместе еще поступали в универ. Учились вместе, жили, поэтому, как говорится, это мой старый Кент. А где, кстати, твой Кент, который песик? А где-то бегает. Сейчас. Он тут хулиганил. Вот. А, вот, вот он пришел. Кент, где лапки? Где мои лапки? Дайте лапки. Где лапки? Это овчарка, но без лапок. Нету лапок. Где лапки? Кентик. Во. Ну, все знаете, что это собака, порода так, такая. Овчарка-то это, мы так шутим, корги. Ну, овчарка. Так. Овчарка? Овчарка. Только самая маленькая овчарка на свете. Самая маленькая, но овчарка. Но маленькая. Ну, от себя добавлю. Хорошо тут было на даче. С Грабарем даже пока еще строили, дружно, весело, так это, знаете, душевно. Ну, а когда все построено, да в это столько вложено времени, сил, средств и вообще нервных клеток в том числе. Конечно, будем пользоваться. Сейчас вот затопится, нагреется и пойдем, ну, зима, так прогревать себя, в общем, что называется. А вам всего доброго, до скорых встреч, дорогие друзья!